Возникновение нефти. «Славь имя Господа твоего Всевышнего, который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, который предопределил и направил, который взрастил пастбища, потом поверг их в сухое, потом в черное состояние». Это первые пять аятов 87-й суры. Как известно, причиной возникновения нефти является фоссилизация, гниение и разложение в недрах земли остатков микроорганизмов морских животных и растений. После миллионов лет гниения этих остатков на дне морского ложа остаются лишь маслянистые вещества. Маслянистые вещества, остающиеся под давлением толстых слоев ила, осадочных и скальных пород, претерпевают цепь сложнейших химических реакций и трансформируются в газ и нефть. Движение в земной коре приводит к тому, что моря становятся участками суши, а скалы, содержащие нефть, погружаются на тысячи метров в глубины моря. Сформировавшаяся нефть просачивается через горные поры и вытекает в морскую воду. Затем поднимается с глубины многих километров на поверхность воды и, конденсируясь, оставляет после себя смолистые скопления. Первые четыре аята 87-й суры «Всевышний» особо примечательны в свете вышеупомянутого вопроса, так как содержат упоминания о трех обстоятельствах, в которых очевидна параллель с этапами формирования нефти. Прежде всего, примечательно слово «аль-мараа», означающее «травы», «поле», «луг», указывающее на некие органические вещества, участвующие в формировании нефти. Второе слово, которое обращает на себя внимание, слово «ахва», означающее черно-зеленый цвет или черный цвет, отдающий в зеленый. Можно предположить, что данное слово означает процесс фоссилизации остатков растений, по мере гниения превращающихся в черные. Оба слова подкреплены еще одним выражением – «гусан». В некоторых переводах это слово выражается как отходы гниения, выбросы, грязь и останки водорослей, приносимых селевыми потоками, смесь гнилых растений, трав и листьев, превратившихся в склизкую массу. Это выражение в некоторых переводах также переводится и как «масса гниения селевых отложений» и «выплевывание землей нефтяной слизи». Таким образом, если сопоставить описание процесса, упоминаемого в данном аяте, и, например, известный сегодня нам процесс формирования нефти, образ ее появления, склизкое и пенообразное состояние и цвет, то поразительная глубина выражения данного аята становится предельно очевидной. Как видно, процесс гниения растений и преобразования их в черную и жидкую слизь, описанный в данном аяте, очень напоминает процесс образования нефти в недрах земли. Едва ли можно предположить, что кто-либо из людей VII века, когда человечество еще не обладало знаниями о природе нефти, мог знать столь четкое описание процесса формирования нефти в результате гниения растительных масс, занимающего миллионы лет. Эти уникальные сведения Корана еще раз показывают нам, что книга эта — откровение Всевышнего Творца, ведающего о всякой вещи, сотворенной им.